Ребята, многие из вас меня постоянно спрашивают, куда пропала реальная жизнь. На данный момент я ее пока что снять не могу, но зато вы сможете посмотреть ее на канале Клайфи. Там все с чистого листа, как вы любите. Работы, разборки, семья и движение вверх. Ну и конечно же будут другие тематические ролики по игре GTA 5 и не только. Ссылочка будет в описании, айда подписываемся. Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Диман, Юрчик, Донни, а также Фанни Геймс. Мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, это шоу «Битва рандома». Всем ку, пацаны. Здорово, народ. Здорово, здорово. Короче, пацаны, сегодня, как вы видите, по тачкам здесь просто, опять-таки, дичайший рандом. Обычные какие-то спорткары, обычные седанчики, даже купешечки есть. Ну, собственно, монстры, самые читерские тачки, это в виде демона и ржавый москвидони. Посмотри, вертолет, носок торчит. Нормально. Еще у меня камера залагала. Для каждого испытания мы выбираем по одной тачке каждому из участников и проходим это испытание, записываем баллы, ну и по итогу потом считаем, кто у нас набрал большее количество баллов, тот и победил. В принципе, первое испытание у нас будет драг-рейсинг, и давайте, врубайте Алиску, выбираем, допустим, давайте, для Фани, давно у нас его не было, поэтому давай выберем им. Так, сколько машин всего, 16? 16 машин, да. 3, 6, Алиса, назови машину от 1 до 16. Все правильно. 9. Начинаем мать демона, это получается 3, 6, у тебя мини-купер. Вы бы не смеялись, мини-купер здесь порвет даже Феррари. Может быть. Так, давай я следующий. Я следующий, ничего не знаю. Давай, давай, давай. Так. Алиса, назови машину от 1 до 15. Давай тебе 2. 2, 2, 2, 2. 2. 2. Ого, Ванга. Нормально. Ох, прокачусь! Ох, прокачусь, пацаны! Давай, короче, Ваньку теперь получает следующую тачку у нас. Умри. Так, окей, машин все меньше и меньше. Да, 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 да. Алиса, назови машину от 1 до 14. Сейчас какой-нибудь, не знаю, там... 5? 5. Ты как ты это делаешь вообще? No comments. Офигеть. Я не знаю. Второй раз подряд угадал. Получается. Давай мне, короче, какую-нибудь семерку. Так, давай. Алиса, назови машину от 1 до 13. Выпало число 5. Так, ну, и как что бы это у нас? Это, походу, ламба, да? Да пошел ты в срока там, слышь. Ребят, походу, мне повезло, да, можно с Ламборгини. У вас у всех какие-то москвидоны, там, мини-куперы, ренжи, ну и, в принципе, ламба. Ладно, ребята, погнали на наше первое испытание. Ребят, ну что же, мы приехали на наше первое испытание. Это драг-рейсинг прямо в аэропорту. Кидайте гранату. Так, готов. Да, я так эпично смотрюсь в тачке, как раз для клоуна. Она как раз для тебя была и создана. Опа. Ну, в принципе, ребята, да, с ламбой тут все понятно, но мне интересно, кто из вас там втащит. Мне кажется, с меня Юрчик. Кто пошел далеко, уже не вижу. По-моему, Ренджак, да? Ренджрак, потом я. Ренджрак? Ренджрак. Юрчик, мы с Купером одинаково едем. Да, так, ну я, в принципе, ребят, практически доехал, 223, да, все, я приехал. Так, а что у вас разница? Так, ну он ржак, получается, едет. Ну, одинаково, да, одинаково. Да, да, да. Ну, ржавое ведро, но и ржавое ведро. 150, между прочим, это. Да, и у меня, получается, ты его догонял, но Фанни все равно был первый. Получается, он занял третью позицию, ты четвертую, да. И мы переходим на выбор следующих машинок. Погнали. 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 Ребят, ну что же, мы вернулись к нашим машинкам, и дальше мы пройдем спринтецкие скопами. И давайте выберем теперь тачку для меня. Ну давай, надеюсь, давай. Это будет последнее. Алиса, назови машину от 1 до 12. Или первая. Давай первую. 12. Нормально. Чего? Ты, короче, конечно, не уедешь никуда. Это понимаю, еще хуже, но, чем мое ржавое ведро. Да, ты что, меня способности Ванги отнял? Такое. Ну, возможно. На лимузине кататься там в спринте против ментов. Такое, ребят. Назови машину от 1 до 11. Я думаю, 2 можно забрать. Кстати, у него, походу, тут, слышите, проблемы со стеклами? Их тупо нету. Да, нахер, демон, пацаны, демон. Почему я не был вторым? Жестко, жестко. Да. Давай, Андрюха. Он вообще не едет. Все по лимузину, что? Он вообще не едет, ребят, вы это видите? Так, айда, короче, не выбьем машину. Алиса, назови машину от 1 до 10. Так, опа, это, ну это, кстати, Мерс, вот это там, лучше, чем как неплохо, неплохо. Да, да, так, и окей. Теперь остается у нас Пеннивайз. Тебе прикинь, что Алиса, монстр. Назови машину от 1 до 9. Тебя, кстати, Арнольд будет один. О, он читерский. Выпало число 1.
Господи, вы что, издеваетесь? Брат! Брат мой старший больше! Иди ко мне! Сейчас будем устраивать спринтецкий с копами. Погнали, ребята, на старт. Ну что ж, ребята, у нас спринтецкий, и просто на этом автобусе против копов, мне кажется, будет максимально круто ездить. Да, 5 звезд. Закидывайте. Когда меня так шлифуют. Так, я могу, граната, блин, граната. Уже ехать. Ой, пацаны, не та граната. Давайте раз, два, три, все, поехали. Чего? Кстати, ребят, немного прокачал лимузин, и по идее должен побыстрее пойти. Увидимся на финише. Хотя, кстати, не, он пошел. О! У меня автобус переехал. Как вам такое? Тихо, подвинься, родной мой. Да ебаю. Где он страдает, пацаны? О, сегодня. Пацаны, по ментам проехал просто, как будто их тут и нету. Их как будто нету. Охренеть. Ой, что, минус автобус? Да, минус. Ой, пацаны. Привет, пацаны. Больно. Нормально, кстати, Ванек слева объехал, даже ничего не сказал. Такое. Тихо. А куда ехать? О, я послал GPS, забыл поставить. Смотрите, еду. Пацаны, я, короче, по памяти еду. Чё почитал? В смысле ты едешь так? Чё почитал? Ты охренел, что ли? Да ну тебя. Жесть. Так, ну все равно я быстрее, кстати, оказывается. Что там? Что там такое? Так, я перевернулся в стаду. А, да? Нормально, в принципе, ребят. Ну, о, тут блокпост, как проехать его? Да, ребят. Так, на самом деле, знаешь, план был идеальный, но, по-моему, блин, ты через этот блокпост точно не должен проехать никак. Опа. Они разъехались уже во все стороны. Проблема с текстурой, я вообще не могу нажимать на педаль. Вроде бы пока нормально. Так, кстати, ты меня догоняешь, сейчас смотрю, да? Куда ехать? Тихо. До этого, до стадиона. Где гонки еще устраиваются? Казино, да, открыть? Да. Ну сейчас, короче, выехать. Тихо. Красиво. Оп, ты сквозь меня проехал? По тебе. Как? Я вообще даже не почувствовал, как будто, я не знаю, пушинка какая-то подскочила. Такое. Так, ой, куда? А кто у нас справа едет? Я, короче, хотел колес починить, и ты пошел себя к казино, по-моему, обратно. Такое, ребят. Кто у нас первый получается? Я. Ну я капец. Что значит, кто первый против демона спрашивает? Так, ты уже почти поздно заехал, да? Так, потом идет у нас... Тихо. Кстати, а как вы поехали? Подождите, почему вас туда повел? Меня ведет правильно. Маршрутизатор. А вы куда едете? Я внутрь еду. А меня повел по шоссе вообще. Фанни вылетел. Минус Фанни. Да, такое, ребят, такое. Ну я последний ехал сейчас. Ну да. А подождите, а как... А почему он вас так повел, а меня повел по шоссе? Странно. Да, нашла Саша. Не знаю, куда он тебя повел. Я тут, короче, стараюсь въехать. Кстати, ну на писюн надо, на писюн, который там, вы поняли, да, который писюн? Ну внутрь, но... Да. Ой, короче... тут Матиска против меня! Слушайте, я не знаю, как вас повел маршрутизатор, но я, походу, сейчас заеду туда. Я не знаю, где ты заедешь, я уже приехал как бы. А, ну окей, хорошо. Ну, в принципе, да, ладно, я, короче, был третий, получается, вот. Ну и Фанни четвертый. Мы записываем баллы и переходим к выбору следующих тачек. Погнали. Итак, ребята, мы вернулись снова к нашим машинкам. Следующий выбор у нас будет дерби. И, в общем-то, я, ну, первый. Самое жесткое уже как бы ушло вроде. Тут остались быстрые, крутые. Да, давай. Пора только не эти взять тачку. Алиса, назови машину от 1 до 8. Давай тебе какой-нибудь, я не знаю, 2, 4, 6. 6, вот самое идеальное. Да вы серьезно, блядь, что ли? Что с Алисой? Объясните, пожалуйста, когда ты попросил мне лимузин, она выдала лимузин. Когда я говорил там 2.5, она выдавала 2.5, а 5.6. Что тебе дать? Да тут все нормально осталось, я вообще забрал самое лютое. Короче, давайте, не знаю, Ваньку сейчас, в принципе, ну... Давай. Алиса, назови машину от 1 до 7. Пускай будет 3. Не, 4, 4, 4, 4. 1. Ну, Аполло неплохо, в принципе, но... А какое испытание? Дерби. Дерби. Ну, окей. До следующий. Алиса, назови машину от 1 до 6. Пускай будет 1, пожалуйста. А либо же 4. Пусть будет 1, она прям так и сказала. Она так и сказала. Ребята, что с Алисой? Так, давай, Фанни. Только не 2, пожалуйста. Ну, 2, наверное. Алиса, назови машину от 1 до 6, до 5. Да нет, камрюха нормально для дерби будет. Да. Да? Что еще? Давай нам число. Она ищет число. А, ищет. Алиса, назови машину от 1 до 5. А, ну даже так, Порш. В принципе, ребята, неплохо. Тачки интересные, веселые. Испытания веселые, тамада прикольная в виде пеннивайза. И погнали на дерби. Погнали, повеселимся. Ну что, ребята, у нас дерби. Давайте кидайте гранату и начнем эту мясорубку.
Мясорубка. Все, погнали, погнали, погнали. Короче, мне кажется, надо выкидывать Аполло, это прям сразу. Ох ты, еб ваш мать! Мы вдвоем выпали с Димкой. Нормально. Я был второй, как бы, но... Мы одинаково вылетели, я просто тяжелее, я не знаю, это полезет. Ну я пересмотрю, короче, чтобы потом было правильно записать, но тут, мне кажется, нужны, в общем-то, гранаты, да? Чтобы спасти Фанни. Да, кидайте. Кидайте, короче, гранаты. Я такие, не могу ехать даже, вы что, угораете? Ну, либо ты давай, короче, закидываем гранатами, и все, короче, давай. О-о-о, ты это видел? Вертуха надал. Ну и все, получается, первый был... Я взорвал очень хорошо. Да. Сервер тебя сразу выкинул. Ладно, ребята, в принципе, записываем баллы, пересмотрим там моменты и идем дальше. Итак, ребята, тачек почти не осталось, и мы решили сегодня сделать чисто такие спринтовые гоночки, и у нас будет автопилот, и давай выберем тачку для меня. Ну, давай. Алис, назови машину от 1 до 4. 4 давай. Надо 3. Едем на такси. А такси поедешь, понял? Машину ему. Ну, в принципе, знаю таксистов, я, мне кажется, понял. Алиса, назови машину от 1 до 4. Давайте мне 4-ю тачку. 1. А, ну, тоже же есть 60. Не так уж и плохо, на самом деле. Да, действительно, неплохо. Ну, в принципе, давайте дальше. Обезьян? Ванёк пускай, либо обезьяна. Давай обезьян. Алиса, назови машину от 1 до 3. Камрюха, да. Окей. Кому это делать вещи? Ну и давай, Ванёк. Давай. Ну и тут получается, не знаю. Алиса, назови число 1 или 2. Тут не важно, на самом деле. 2, мне кажется. Ну и все. Итак, ребята, идем на стартовую позицию, включаем наши автопилотики и пробуем, пробуем. Погнали. Погнали. Итак, ребята, наше последнее испытание. Это автопилот. Решили мы стартовать от Мэриуэзера и ехать до маяка, который на пляже. Я, в принципе, готовы. Что там, готовы? Да, да, готовы. Да. 1, 2, 3. Поехали. Все. Камрюх, ты чё? Камрюха, что делает? Фига, я поехал нормально. Дерзко, резко в бочку. Чё по овощам, пацаны? Ну, не знаю. Объезжай, давай, давай, давай. Камрюха, красота, красота. Вообще, минусы там. Пацаны, у меня автопилот просто дебильный. О, я врезался здесь, я врезался. Ванька уже догоняю, в принципе. Там обезьяне чуть по мордам не дали. Сейчас, кстати, вот ты врежешься, чекай. По отношению к... По отношению к автопилоту Юрчика. Тихо, давай, родной, едь. У меня, получается, она объехала, просто сломала забор и поехала дальше. Я так же объехал. Да, да? Не, я... Фанни, садись в машину, поехали дальше. Да. Запускай заново автопилот и погнали. Так, вы там в пробку въехали, мне нравится. Пробочки ты догоняешь. Слушай, ну у меня вообще максимально ленивая тачка, вообще жесть. Ну, тебя Яга, чисто машина человека, которого жизнь удалась. Давай, справа, я вижу, ты хочешь. Пошел ты справа. Бэха агрессивная какая-то, больно. Ну Камри да. Ну старые, ты чё? Камри вначале там вообще, да, тащил. Камри решила, Камри нас догнала, пока мы тут это балаболим уже. Так, ну тут как бы... Так, пацаны, давайте вы постоите, а я справа красиво объеду. Давай, не тупи! Да я встал, Али! Едь! Нет, да по... Ой, фига там, блядь. Давай едь, пожалуйста. Я успел поехать дальше, пока вы... Тихо, Камри уж приехал, вы понимаете? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Нормально. Ты приехал? Что вы делаете? Я чувака успел грохнуть и поехал дальше. Да пошли вы нахер, я последний остался. Камри тоже заявили жесткое. Ой, что за дебильный вообще этот? Фак. Тихо. Камрюх пошла, Что у нас за элементы дерби в нашем автопилоте? Блин, а я всех ботов собрал, ну круто. Камри, осторожно. Камри вообще дерзкая. Бандитская какая-то, вся затонированная, а, Фанни? Вообще, блин. Он перчик наш, секретный, а. Ну пошел ты, чего это было сейчас вообще? Подрезал. Пацаны, а я встал на светофоре с дебилами. А, ну ты там встал, ладно, отдыхай. Камри, пошла в драго! Пошел в драго! Пошел в драго! Да, бежать из зеленых попал. А вот и я. Смотри, что Камри делает вообще. Да Камри, блин, возите меня себе в жопу, пацаны, дайте ехать нормально. Кстати, у Фани очень плохо по баллам, поэтому даже если победит, ну такое. Но я хочу обогнать Дони! Да пошел ты в жопу! Пошел в жопу! Он пытается, ты видишь, он хочет! Обгоним в жопу, Дима! Кого, Егор, отдохни! Да нет, ты уже дурак! Ну ты же можешь это сделать, ну!
Тихо. Отлично. Это что за херня? Что за херня, в смысле? Что за приколы, я не понял, а? Что это за бред? Бэхи, блин. Поехали, да пожалуйста. Не тупи. Во, нормально, все, поехали. Он меня сейчас выкинет, да ну! Нет, он меня выкинул. Вот да, нормально. Так. Я тоже выкинул. Фанни выкинули из машины, он догнал уже всех. Даже перегнал и уехал далеко вообще. Далеко, да. Да, и мне 800 метров. Юрчик. Так, все, короче, поехали. Блин, ребят. Здорово, Юрчик. Меня, короче, мало того, пошел что выкинули, ты. Меня еще и раздавили, блин, раза два. Такое. Я все столбы снес уже. Че вы же там? Юрчик, а, Юрчик, Юрчик. Так, сейчас мы с Юрчиком здесь пообщаемся, еще поближе. Тихо, обижай. В принципе, идет неплохо, но что-то тормозит такие отважные моменты. Ну, что-то... ребят, я приехал. Что-то, короче, начало. Я вроде хорошо еду сейчас. Твою мать, поворачивай. Не по... Да, фух, нормально. Давай. Да, у меня тут все столбы машины собрали. Я догоняю вас, пацаны, кстати, я вас почти догнал. Димка там остался, все, в пролете. Ну, почти догнал, да, я вижу уже все. Чао, бомбина, сори. Кто у вас там второй? Давайте хоть посмотрю вашу концовочку, потому что Юра второй получил. И самое главное, Дони, мы с тобой как начали хорошо, в итоге нас они обогнали. Че за бред? Да вообще бред полный. Да, ребята, в принципе, записываем баллы и делаем подсчет. Погнали. Итак, ребята, мы почитали полностью все баллы, и очень было интересно видеть такую картину, что у нас, получается, последнее место занимает Юра, он получает свои 8 баллов, потом иду я получаю 9 баллов, Фаня 11 и Ваня 12. Ебой! Там все рядом, просто на самом деле. Как? По красоте, Ваня, вот. 12 баллов, получается, и, кстати, ни одного первого места за все испытания. Такое, ребят. Нормально. Ладно, в общем-то, ребята, сегодня была угарная серия, надеюсь, нам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Всем удачи, ребятки, и всем пока. Всем пока. Покедова. Пока-пока, друзья.